Итак, в Омске в канализации нашли останки недоношенного ребенка. Коммунальщики, проводя очистку коллектора недалеко от дома по улице Третья Заречная, в трубе обнаружили части тела. Их размер позволил экспертам предположить, что фрагменты принадлежат недоношенному малышу. Следователям удалось установить личность женщины, которая избавилась от ребенка. Это 27-летняя Амичка, которая работает в сфере торговли и снимает вместе с подругой квартиру в этой двухэтажке. Жительница указанного дома в период с 1 по 3 января употребляла после новогодних праздников алкоголь. На фоне этого у нее произошло расстройство кишечника. В дальнейшем, когда она пошла в туалет, на фоне всех потужений, которые она осуществляла, у нее произошел самовольный выкидыш плода. В результате плод провалился в унитаз. В дальнейшем она, нажав на кнопку слива, смыла его, не посмотрев, что произошло. Ничего не почувствовала, поскольку пуповина сама оборвалась. В дальнейшем уже лишь узнала о том, что был плод, только после того, как уже приехали на место происшествия следственно-оперативная группа и уже когда начали опрашивать всех по обстоятельствам. Амичка прошла медицинское обследование. Оно подтвердило наличие осложнений беременности, которые и привели к выкидышу. Несмотря на моральный аспект инцидента, уголовное дело в отношении нее возбуждать не стали. В действиях потенциальной матери не нашли состава преступления. В настоящее время органами следствия действия матери не рассматриваются как убийство, поскольку в ходе проверки было установлено, что плод являлся неживорожденным ребенком, соответственно, был мертв. В ходе предварительной проверки был установлен примерный возраст плода, который составлял примерно 5-6 месяцев.